В эфире программа «День города». Здравствуйте, в студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город», готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. В год экологии о самых острых проблемах природоохранной сферы. В Рязани ситуацию обсудили на федеральном уровне. Отключение горячей и холодной воды коснется сразу двух районов города. Детский травматизм, о том, как защитить своего ребенка в летний период. Вопросы сохранения и использования охотничьих ресурсов 8 августа обсудили в правительстве региона. В круглом столе приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, депутат Госдумы Николай Валуев, природоохранный прокурор и представитель охотсообщества региона. Алена Кукулева расскажет о самых острых проблемах природоохранной сферы. За столом представители охотсообщества и представители федеральной и региональной власти. Такого открытого диалога в регионе не было давно, а проблем и вопросов накопилось много. Это и браконьерство, и леса, захламленные мусором. Но на повестке дня – создание Ухорского заказника. Вокруг создания особо охраняемой природной зоны на территории четырех районов области скандал разгорался с начала года. На первый взгляд, благая идея охраны природных объектов вызвала серьезный отпор охотников. Именно они выступили против, испугавшись, что указанная территория из общедоступной станет частной. А охота здесь продолжится, но только подпольная, элитная, как говорится, для себя и сильных мира сего. Это какая-то цель охоты для избранных и служит целью создания таких особо охраняемых природных территорий. Потому что охотпользователь сам может запретить охоту, сам может вывести эту территорию. Если он увидит, что действительно эта территория нуждается в повышенном внимании и в охране, он просто вводит ограничения охоты и не пускает туда охотников. Но он это делает в целях всего охотничьего хозяйства, а не выбирает какие-то отдельные участки, наиболее значимые для кого-то. Наибольшую пользу для сохранения видов, как охотничьих, так и неохотничьих, дикой природы, оказывают именно охотники. То есть именно они охраняют эти виды, именно для того, чтобы использовать их. То есть мы не выбиваем все. Мы берем ровно столько, сколько нам разрешено законодательством. Рациональное использование или охрана ради охраны. Под этой замысловатой формулировкой кроется старая проблема. Кто в состоянии защитить представителей флоры и фауны области лучше? Государство или сами охотники? Охраной своих территорий мы занимаемся сами и не в ущерб животным. В прошлом году мы могли подать заявку на добычу 90 лосей. Мы подали только 61. Мы максимальные квоты не изымаем. То же самое с косулей. В этом году мы могли подать заявку на добычу 144 голов лося, но подали всего на 92. Соответственно, косули могли подать 176, а подали 88, всего 50%. Это уже говорит о том, что охотники сами заинтересованы в охране и увеличении численности животных. Охотники области объединились против создания заказника. Письма в правительство области и даже страны. На возражения отреагировали. Обсудить проблему в Рязань приехали зампредседателя комитета Госдумы по экологии Николай Валуев, президент Ассоциации Рос охот рыболов союза Татьяна Арамилева и эксперты. И пример того случая, когда совместные усилия дают результат, а власть идет навстречу. Сегодня случился. Принято решение об отмене организации Ухорского заказника, а также о создании в области общественного совета охотников и рыболовов. Неравнодушных охране природы, как показал круглый стол, много, а проблемы, которые предстоит еще только решить, масштабные. Это и борьба с браконьерами. По-прежнему серьезная угроза животному миру. Их количество увеличивается с каждым годом. И есть понимание, что это касается не только непосредственно Рязанской области, это, скорее всего, касается всех субъектов Российской Федерации. Именно поэтому тянуть с организацией рабочего стола, который при Государственной Думе обязательно соберется, именно вот мы посвятим этому вопросу, для того, чтобы действительно не допустить разгула браконьерства не только в угодьях, но и вообще в принципе в субъектах. Потому что вы же знаете, что и в особо охраняемой территории браконьеры заезжают регулярно, и там происходят противоправные действия в отношении животного мира. Охотники также обратили внимание власти на вопросы защиты животного мира, сохранения штата инспекторов по надзору, а также мусор, которым захламлены леса региона. Его, кстати, охотники готовы собирать сами. Мы должны принять концепцию обращения с отходом. То есть это должна быть схема полноценная, на которой обозначены быть должны пункты приема мусора. Вот сейчас об этом как раз и говорили, что никто не знает, где эти пункты приема находятся. По итогам этого круглого стола было принято решение провести совещание по многим из обсуждаемых вопросов на федеральном уровне. Первые планируются уже в середине сентября.
Очередные изменения произошли в администрации нашего города. Уволилась заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова. По информации СМИ, она подала заявление об увольнении по собственному желанию. На вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве Свинцова сообщила, что пока планирует отдохнуть. Напомним, что Ольга Свинцова с 2004 по 2008 год работала в Центре гигиены и эпидемиологии Рязанской области. Затем стала председателем комитета по охране окружающей среды администрации города Рязани. С 2010 года заместителем начальника управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации. А в прошлом году была назначена начальником данного управления. В том же году исполняющим обязанности заместителя главы администрации города. Кто займет пост Ольги Свинцовой, также пока неизвестно. В Рязани произойдет масштабное отключение воды в период с 9 августа по 11 августа. Это станет проблемой для жителей сразу двух районов. Без воды останутся объекты социальной сферы, жилые дома, расположенные на территории Октябрьского и частично Советского районов. Отключение воды стало привычным явлением в конце летнего сезона. Вот и сейчас в связи с производственной необходимостью будет приостановлена работа Окской очистной водопроводной станции. Необходимость отключения Окской ОВС связана с проведением ремонтных работ на водопроводе протяженностью почти 6 километров. Сюда входят работы как по переврезке, так и по замене задвижек. Эти работы необходимо выполнить именно сейчас. Все дело в критическом состоянии самих систем. Есть еще плюсы. Во время этих работ будет подключены несколько домов по улице Большая. К тому же, благодаря врезке труб изменится сам процесс ремонта. Теперь, если случится авария, то можно будет не отключать воду во всем районе, а сделать это локально. Во время ремонтных работ важные муниципальные объекты, например, 11-я больница, без воды не останутся. Для них уже заготовлены резервуары с водой. Но и обычных жителей в беде не бросят. Для них будет организован постоянный подвоз технической воды. Как заявили в администрации города, то, что работы будут продолжаться 2 дня, совсем не означает, что все это время воды в кранах у жителей не будет. При проведении такого типа работ на водопроводе диаметром 1000 нормативный срок составляет 18 часов. При этом надо учитывать, что еще необходимо провести санитарную очистку водопроводов, что добавляет еще 12 часов к таким работам. Соответственно, нормативный срок составляет 30 часов. В связи с этим мы планируем закончить работу 11 числа в 4 утра. Не везде одномоментно будет отключена вода. Это мы берем максимальный срок, то есть от точки, которая полностью будет отключена, да, до точки, которая полностью будет вся включена. Соответственно, у нас попадут некоторые дома под меньший срок, потому что пока будут резервуары, которые наполнены, опустошаться, то есть будет все зависеть еще от водоразбора, насколько быстро он будет происходить. Пункты продажи питьевой воды, которые находятся в районе отключения, оповещены о происходящих работах. С 9 числа режим работы изменится у них на круглосуточный. В связи с социальной значимостью проведения данных работ просим жителей города Рязани с пониманием отнестись к этой ситуации. В последнее время все чаще жильцы многоквартирных домов огораживают придомовые территории, а те, кто еще не успел этого сделать, задумываются, а стоит ли возводить заборы или устанавливать шлагбаумы. Алгоритм действия, а также плюсы и минусы закрытых дворов знает Ирина Ковалева. Плюсов у закрытых придомовых территорий масса. Чужие машины не проедут, да и незнакомые люди теоретически попасть на такую территорию не смогут. Именно поэтому жильцы многих многоквартирных домов все чаще устанавливают во дворах шлагбаумы и огораживают их заборами. По закону на это имеют право все без исключения. Для того, чтобы это сделать, да, в любом случае, будь то муниципальная земля, будь то оформленная собственность, вот, им необходимо собрать собрание, да, еще раз повторюсь, вот, принять решение на этом собрании 2/3 голосов. Вот. Значит, источник финансирования, естественно, определить, из чего они будут, из содержания жилья это финансировать, из других каких-то работ. Вот. А также ответственное лицо назначить, кто будет заниматься оформлением документов, которые предусмотрены правилам благоустройства в городе Рязани. Вот. Также, если у них будет на руках проект, вот, они должны его будут согласовать с органом архитектуры и градостроительства в городе Рязани. Вот. И также с ресурсоснабжающими организациями при размещении этого ограждения вокруг своего дома, чтобы не попасть на коммуникации, будь то водопровод, там, канализация, электричество.
теплоснабжения. Если же земля муниципальная, то также нужно будет получить разрешение на использование земельного участка в управлении земельных ресурсов и имущественных отношений. Однако жильцам домов нужно понимать, что забор и железные ворота далеко не гарантия спокойствия. Буквально на днях в нашу телекомпанию обратилась Татьяна Бахтина. Женщина специально приобрела квартиру с огороженной придомовой территорией. Думала в первую очередь о своем спокойствии. Однако оказалось, что в собственном дворе она не может чувствовать себя в безопасности. Дело в том, что молодые мамы из соседних домов часто приходят на эту детскую площадку. Однако Татьяну возмутило то, что они считают себя вправе впускать туда и других посторонних людей. На сделанное замечание одна из гостей двора отреагировала неадекватно. Она начала меня оскорблять, кричать, обзывать алкашкой. Нажала алкашей, сидишь, завидуешь. У меня благополучная семья и дети. Вот, она стала оскорблять. Потом на этом не остановилась. Я вызвала милицию. Она видит мои действия и подошла, значит, и на меня кинулась душить. Почему-то полицию данный факт не заинтересовал. А ведь на видео, снятом камерой видеонаблюдения, которое установлено на доме, видно, как девушка хватает Татьяну за шею. Сегодня молодая мама, участница этого конфликта, вновь на детской площадке. Изложить свое видение ситуации она отказалась. Зато высказалась еще одна посетительница закрытого двора. Я пришла уже в разгар конфликта, когда уже между женщинами был конфликт. И я не знаю, как это все началось, но началось, я пришла в разгар конфликта. Я как раз зашла, и конфликт уже был. Дверь я могу открыть сама. Он начался не из-за меня, он начался из-за вас, потому что вы спровоцировали этот конфликт. Конечно, кто прав, кто виноват, сейчас разобраться сложно. Однако соседи, которые стали свидетелями этой сцены, утверждают, что конфликт начала молодая мама, которая, по сути, не имеет права находиться на огороженной территории без согласия на это самих жильцов дома. Татьяна сделал ей замечание. Вы, говорит, вы сами вот сюда пришли и еще привели сюда троих там. Это же ТСЖ. Вот, а ваша собственников дам жилья, а вы сюда всех сводите. У нас детей своих здесь полно там. Она ей ничего, она к ней подошла, на нее прям сразу овца, а на меня. Я стала заступаться за нее. Она говорит, а ты замолчи, алкашка, сейчас глаза тебе выколю. Ну а продолжение мы, собственно, видели на видео. Конечно, разбираться в подобных ситуациях – дело полиции. Будем надеяться, что конфликт не получит дальнейшего развития. Однако факт остается фактом. Агрессивных людей становится все больше и больше. И не всегда закрытые территории могут от них уберечь. Вне зависимости от пожароопасных периодов, которые устанавливаются в регионе в зависимости от времен года, дома в Рязани горят регулярно. На этот раз пожар произошел в рязанской девятиэтажке на улице Тимакова. На месте происшествия побывал Валерий Седов. В 17:05 на пульт дежурного сотрудника МЧС поступило сообщение о возгорании. В доме 12, корпус 1 горела однокомнатная квартира. По характеру поступающей информации, то есть было звонков очень много, к месту вызова было направлено 5 расчетов и 15 человек лишь в составе. Стоило пожарным прибыть на место происшествия, как к ним тут же выбежала хозяйка квартиры. Она сказала, что ее сын до сих пор не выбрался из огня. Правда, волнения оказались напрасными. Вскоре мальчик сам вышел из дома. Пожарные спасли 15 человек. Огонь на соседней комнате не распространился. Но основной проблемой стал угарный газ. Люди, которые самостоятельно, соответственно, не могли выйти, они были спасены с помощью самоспасательных устройств, которые у нас у пожарных имеются. То есть такое устройство, которое одевается на голову, скажем, человеку, и он, пользуясь противогазом пожарного, то есть спускается вместе с ним. Таким образом, спасли 8 человек. Благодаря тому, что о пожаре сообщили вовремя, его удалось локализовать довольно быстро. В 17:40 его уже ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На следующий день жильцы дома занимались уборкой своего подъезда. Ведра с грязной водой, пакеты с мусором и большие обгоревшие доски. Комментировать вчерашнее происшествие они отказались. Причина пожара устанавливается. В Рязани состоялись очередные учения. На этот раз, в соответствии с планом проведения антитеррористических учений в текущем году, оперативным штабом в Рязанской области проведены тактико-специальные учения для отработки взаимодействия при проведении контртеррористической операции на объекте топливно-энергетического комплекса.
По замыслу учений террористы заминировали 3 газораспределительные установки Касимовского управления подземного хранения газа. Предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, обнаружила охрана предприятия. Прилегающая территория была оцеплена. На место незамедлительно выдвинулась группировка оперативного штаба. Прибывшие на место взрывотехники определили типы взрывных устройств и приступили к разминированию. В зависимости от вида устройства применялись различные приборы и инструменты для обезвреживания. Сами условные террористы были заблокированы в лесном массиве и нейтрализованы. Брошенный ими автомобиль обследовали на предмет наличия в нем взрывных устройств и взрывчатых веществ. Первичный осмотр осуществлялся служебной собакой, которая указала, что в машине есть взрывчатые вещества. После чего к работе приступил сапер. Он осмотрел автомобиль внешне, после чего вскрыл его специальным устройством. В салоне был обнаружен пакет со взрывчатым веществом. Для нейтрализации возможных вредных последствий применения взрывного устройства задействовали силы и средства Главного управления МЧС. Учение продемонстрировало готовность группировки оперативного штаба в Рязанской области, включающей в себя сотрудников территориальных подразделений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета, военнослужащих Рязанского гарнизона к пресечению акта терроризма. За последние годы в разы возросла статистика по детскому травматизму. Большинство травм дети в возрасте от 7 до 12 лет получают именно в летний период. С чем это связано и как оградить своего ребенка от ушибов, растяжений и переломов, расскажем в следующем материале. Около 80% всех травм, с которыми поступают дети в рязанские больницы, они получают на улице в ходе прогулок и развлечений, чаще всего из-за невнимательности и халатности родителей. Как отмечают медики, за последние 20 лет структура детского травматизма не изменилась. Все так же выделяют травмы бытовые, уличные, школьные, криминальные, автодорожные. Но вот количество несчастных случаев растет год от года. И если 10 лет назад за месяц с травмами обращались порядка 800 маленьких пациентов, то сегодня эта цифра увеличилось до 1500. Причин несколько, и среди них медики отмечают в том числе влияние телевидения. Более жестокие мультики, жестокие фильмы, где герои-то производят действия такие ловкие, удачные, но это чаще всего либо монтаж, либо множество дублей, дети об этом не подозревают, пытаются вот эти паркур и так далее. Сейчас вот много у нас травм, что скейты, очень много травм идут с мест развлечения, либо сами приобретают какие-то более-менее средства для развлечения, которые приносят травмы, как-то более качели сильные, там, вот, велосипеды сейчас не обычные, а велосипеды, на них они не просто ездят, а пытаются на них прыгать, перепрыгивать через чего-то. Добавляют работы медикам, в том числе гироскутеры, а также батуты. Только в нашем городе за последнее время произошло несколько случаев, когда в различных торгово-развлекательных центрах дети получали травмы именно на этом аттракционе. Вообще батут – это довольно-таки сложный спортивный инструмент, на котором, которому допуск должен быть человека, там, спортсмена с определенным опытом. У нас же это в виде коммерции, по-видимому, приносит деньги хорошие. Дети в любом возрасте подпрыгивают там, при приземлении ломают руки, ноги. Конечно, в первую очередь о безопасности детей должны думать их родители. Если ваш ребенок катается на велосипеде, скейтборде или гироскутере, нужно позаботиться о его защите. Шлем, наколенники и налокотники позволят избежать большинства серьезных травм. И в любом случае родители должны оценивать уровень подготовки своего ребенка и соотносить его с предлагаемыми развлечениями. В любом случае родитель, прежде чем отдать ребенка попрыгать на батуте, он должен подумать, а может ли ребенок. Потому что, кстати, что интересно, с батута поступает, например, хочется, конечно, попрыгать всем, испытать чувство, ощущение полета, но ребенок явно с превышением нормы веса тела, то есть имеется какое-то ожирение, он, в общем-то, бегать как следует еще не может, потому что мешает ему, а прыгать уж на батуте тем более. На сегодняшний день около 20% всех травм составляют переломы, а 80% – ушибы, растяжения и раны. Но даже легкая травма может нести за собой серьезные последствия, так что в любом случае лучше предупредить. В финале 8-й летней спартакиады учащихся России воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Юпитер» вошли в тройку сильнейших. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек в 10 весовых категориях. Свои умения они показали в 44 видах спорта. В возрастной группе от 15 до 16 лет бронзовую медаль завоевал Александр Лобанов. Наш корреспондент Галина Ершова познакомилась с молодым спортсменом.
Александру Лобанову 15 лет. Он занимается самбо всего 4 года. Перед этим 1,5 года ходил на смешанное единоборство. Однако относительная молодость не помешала юноше стать кандидатом в мастера спорта и посвятить самбо свою жизнь. Приятно, у тебя каждый день стимул стремиться к чему-то большему. Ты хочешь ходить тренироваться, и когда любая травма и нет тренировок, ты очень скучаешь, потому что появляется много свободного времени, его девать некуда попросту. Потому что, как бы, если ты занимаешься серьезной борьбой, ты в нее влюблен. Буквально неделю назад Александр Лобанов вернулся из Армавира, где проходил финал 8-й летней спартакиады среди учащихся России. За медали боролись по одному лучшему спортсмену от каждого федерального округа. Молодому человеку удалось завоевать 3-е место. Однако тренер привык требовать от него большего. Как работал, такие результаты. Конечно, хотелось бы лучше, чтобы выиграл. Но так получилось, что попал на москвича. И какой-то комплекс еще москвичей не пройден. Но я думаю, на первенстве России это все исправится. Уже в октябре Александр вновь проверит свои силы в борьбе с лучшими спортсменами России. Несмотря на травму, полученную на последних соревнованиях, и рекомендации врача отлежаться еще недельку, сегодня он вновь выходит на ковер. Весь год у молодого человека и его напарников расписан буквально по неделям. В плотном графике тренировок и соревнований ребятам порой сложно находить время даже на отдых. На начальном этапе они тренируются по 2 раза в неделю, 1 час. И потом с каждым разом увеличиваться. И ребята, которые уже группы высшего спортивного мастерства, они с утра у них зарядка и вечером тренировка. Выходной и воскресенье. А некоторые воскресенья мы используем как бассейн, ходим. Ничего не дается просто. Все потом и кровью. Всего надо добиваться. Как бы ничего просто так не дается. Даже самый легкий прием, и все равно надо его оттачивать, чтобы в борьбе его применить. Прием выучить – это одно дело к нему подвести, как-то зацепить, чтобы вывести на нужную позицию, чтобы бросить. Просто так не бросишь во время борьбы, потому что там как бы оба соперника и оба настроены друг против друга во время борьбы. Акробатика, подъем штанги и общая физическая подготовка. Без внимания нельзя оставлять ни одну группу мышц, ведь амплитуда движений в самбо поистине велика. Но под руководством опытных тренеров идти к своей цели становится проще. В спортивной школе Олимпийского резерва «Юпитер» воспитали уже более 130 кандидатов и 40 мастеров спорта. Упорные тренировки приносят молодым людям свои плоды. Во-первых, быть просто хорошим человеком, помогать людям. А во-вторых, стать олимпийским чемпионом, так же, как у каждого хорошего спортсмена. В данный момент самбо есть в программе Всемирной летней универсиады и Европейских олимпийских игр. Международная и Российская Федерации делают все возможное, чтобы этот вид спорта как можно быстрее попал и в основную программу олимпийских игр. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?